Эти веселые кричалки знает каждый, кто когда-то бывал в Артеке. Крымский детский центр воспитал уже несколько поколений детей и продолжает делать это сейчас, пережив сложный период своей украинской истории. Сегодня слоганы звучат тут особенно громко, ведь у Артека день рождения. Сейчас здесь отдыхает порядка 2000 детей из разных уголков России. И каждый приготовил для лагеря свой персональный подарок. Все, выполнил. Опускай почтовый ящичек. Открытка на память, адрес сюда. Спасибо тебе большое за работу. Сложно выбрать в Артеке самый красивый конкурс, праздничный номер или сценку, но это точно один из самых трогательных. Благодаря почте каждый из ветеранов детского центра получит теплое поздравительное письмо. В течение смены ребята приходили к нам на почту, занимались студией, мы рассказывали про историю почты, чем занимается на почте, то есть какие виды отправлений. А сегодняшнюю акцию мы посвятили тем, что праздник сегодня не только для ребят, а еще праздник сотрудников Артека, ветеранов Артека, которые внесли вклад. Ребята отправляют поздравительную открытку на память ветеранам и открытку получают себе на память. Мне дали имя, адрес. Ну, на самом деле, я напишу какие-нибудь теплые слова, потому что я, конечно, не знаю этого человека, но я думаю, что ему будет очень тепло и приятно получить их. Просто хорошие слова, пожелать здоровья, удачи, счастья. Совсем рядом, тут же, на Русской Поляне, ребята учатся гончарному делу. Поделки из глины они делают только руками, без помощи специального оборудования. Это также один из самых популярных кружков в Артеке. Прихожу, открываю свою электронную почту, по 70, по 80 писем. Они продолжают заниматься, потом они делают какой-то образ, фотографируют, мне присылают и спрашивают: Борис Юрьевич, как это сделать? Я говорю: ну как же, вы же почти мастера, я хочу вас сперва услышать, как вы делаете. И он начинает делать, а потом мне уже в конце, конечно, готовую инкрустированную глазурованную работу показывают. Вот мы начали, и мы продолжаем сейчас кофейные, чайные сервизы делать. Маме привет. Ты меня еще год не увидишь. Это Магомед Магидов передает привет своей маме в Махачкалу. Мальчика так впечатлила выставка военной техники, что он твердо решил пойти в армию, подержать в руках оружие, примерить каску и бронежилет. Все это можно только в день рождения любимого лагеря. Я впервые вижу базуку и все боевые гранаты. Они, конечно, учебные. Еще снаряжение, оно очень тяжелое. Но базука, как я думал, никак не думал, что она будет такая легкая. Наверное, просто боеприпас тяжелый. Диспетчер, поступает вызов. Тревога. За 19 секунд, 18-19 секунд одевается боевая одежда. За минуту выезжает боевая машина, то есть полностью караул уже выезжает за одну минуту. Сегодня в Артеке при помощи сотрудников МЧС можно не только узнать, как тушатся самые опасные пожары, но и попробовать себя в роли спасателя. Ближе к обеду эпицентр праздничных событий переносится прямо к морю. Именно здесь, в порту, главная изюминка дня – акция «Звездные вожатые». Одного из них можно узнать по фирменным акробатическим трюкам. Вот так в свои 64, в пример всем артековцам, двигается Олег Газманов. В лагере певец уже второй раз, но теперь впечатление еще ярче, уверяет заслуженный артист России. Перед детьми душа поет. И тогда было здорово в Артеке, конечно, это был образцовый просто лагерь. Но сейчас такие новые корпуса, новая начинка вообще, везде мультимедиа, везде практически вот в каждом лагере потрясающие совершенно спортивные арены. Вот, и вообще, мне, кстати, песня посвящает. Вот, значит, и здесь, конечно, очень много спортивных сооружений, и все так здорово, все по-новому, все хорошо. Короче, мне нравится. С днем Артека! Затем вместе с детьми на лодке Олег Газманов отправился покорять морские просторы. Это тоже праздничная традиция Артека. А вот это одноименный катер, который детский центр получил в подарок к прошлогоднему юбилею, а теперь своими силами реставрировал до неузнаваемости. Он был в том состоянии, когда нам не всегда разрешали на нем выйти в море, и не всегда было это возможно, поэтому от него по-хорошему осталось название, а все остальное, начиная с прошлого года, активно менялось, делалось здесь, делалось в «Звездочке» в Севастополе. И, честно говоря, мы так
мы наблюдали за этим процессом, но нас результат удовлетворяет. То есть плавсредство поработает. Конечно, смена пролетела незаметно. Когда приеду домой, расскажу всем родственникам, все друзья позавидуют мне. Эта смена была очень крутая. К празднованию 91-го дня рождения «Артек» подошел во всеоружии. Например, его пропускная способность в этом году возросла на 1000 мест. В целом, за 3 летних месяца здесь планируют принять до 10 тысяч детей. Теперь работают уже не 4 лагеря, как раньше, а сразу 6. До конца августа их количество возрастет до 9, благодаря тому, что теперь двери «Артека» открыты круглый год. По прогнозам, к 2020-му один из самых популярных детских центров на постсоветском пространстве наряду с «Орленком» будет готов принимать до 45 тысяч талантливых ребят из разных уголков России. После насыщенной утренней программы дети по привычному распорядку отправились обедать и отдыхать, а уже вечером их ожидает грандиозный праздничный концерт, на котором артековец Олег Газманов пообещал исполнить новую песню, посвященную детскому центру. Напомним, «Артек» появился в 1925 году и был одним из двух крупнейших центров детского отдыха во всем СССР. Обновленный, он уже в этом году сможет принять более 30 тысяч детей из ближнего и дальнего зарубежья. «Артеку» присвоен статус международного детского центра под эгидой ЮНЕСКО. Тарас Березицкий, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ «Артек».